praktykują oddech na harę. Pytanie, czy można, jeśli zapewne nie został zakończony proces usuwania wszystkich przyczyn. Nie chciałabym zasilać tych istot, które mi nie służą. Lucis, mówiłeś, że najpierw poznajemy przyczyny, a później praktykujemy. Inaczej zasilamy tylko złe byty. Innym razem mówiłeś, aby nie czekać i zacząć praktykować. Tak, wiem prawo zaplątywania. Niemniej jednak w celu rozjaśnienia zagadnienia zadaję pytanie. Dobra, powtórzam. Tak naprawdę na to pytanie odpowiadałam, no z tego co pamiętam, no raz tak. 10 minimum na całych tych kursach, na wszystkich zajęciach. Prawda w tym, że jeżeli wy będziecie robić tylko pracować z karmą i o nic oprócz tego, mało skuteczne. Tylko jeżeli wy będziecie pracować ze świeceniami, z медитациями, też мало скутечно, бо будете засилять то, что не отпрацовали. И ваше задание – и полончить то два в одно. А найлепей того, что видела в разных духовных традициях, ну, очевидно, самое найлепшее – то есть традиция йоговская, так о ней мало кто ве. Тем более у вас на заходе в огуле йога представлена бардзо таки, ну я бы так поведел, без критики, это бардзо скромный способ. Вот в йодзе то есть попросту супер. Завше наперв иди праца с духовищем, едночешне, вот так, как видите на тих образках, которые у меня лица он за плецами, видите там йогинов, мнихов, и вот они едночешне, робин якиш асаны, якиш вечения, и на тех, в тен самый момент працуем с энергиями, працуем с кармом и так далее. Вот он щеди, вот он робит якомж асаны, и едночешне он фиксует свою увагу над проблемом. То есть в наилепшем припадку Т2, ну Т2 главных пожема, вы мужчите лончить и выконывать на раз. На практике это сделать трудно, не имея долголетнего, веложичевого досвечения. И в связи с тем, лепей наперв помодлить, разгрешить, ушведомить и на тих мест начинать делать практики физичные. Вот в такий способ. Ну и богули, я еще раз повторю, если ходи о всех городах лекарствах, как аллегория, и лекарствах, как докладные пигулки. Пока мест про причина якогоколвик негативного сдержания, которое вы или изъявиска, который вы терпите, проживаете, с которым вальчите и так далее. Пока про причина его не отпрацована, уживание якихкольвик лекарств зазвичай взмацняет том хоробы, том проблемы, том трагедию. Но как только вы начали працовать, может и не всичко отпрацовали, но вы уж ущедли, уж начинаете модлить, уж начинаете разгрешать, уж начинаете ушведомить, и при этом едночешне уживаете лекарства в способ нарастающий, ну, повышаем давки, первый раз трошки, венцы, вот то есть наилепший способ. Вот так наибарджий. И так, как и поведел, наилепий тен систем есть распрацованный у йогинов. И на пожеме публичным религийным теж бардзо добже, то есть нет, ну, например, у дервишей, в той мусульманской традиции дервишей, в которой, ну, я, например, там теж был, имел великие заскочения для того, что я огонь не достал на початку выкшталцения, яко йогина, а позже объехал и споткался с разными религиями и уже знал тен систем и знал, как то всичко працует. И когда я приехал до мусульманства, я увидел, те всички элементы там завше сон. Каждый день по кілька раз иди молитва, разгрешение, прошение, идешь до мечету, до подземного мечету, молящим, робишь покуты и так далее. Позже робишь практики очищенцы, там, оздоровьенцы, и так далее. И втеды то не самовичи добже дяло. Попросту, ну, бардзо добже дяло. И так и вы старайтесь. Найдуйте тен злотый шредок.
Хочешь по факту, часами вы где-то и пигулку можете напшут съесть, а позже поробит швечение. Тут головне не подходить до того абсолютно ортодоксально или схематично или логично. Життя вас завжди самопроводит. Чуете потребу, уживаете лекарства. Есть добрая ситуация, медитуете, робите покуту, разгрешение, усведомление, ну и так далее.